А что там, песка мало, что ли? Отсюда везет? Да его выдувает. Его в какой-нибудь раз засыпает, его выдувает оттуда. Каждую неделю надо ездить. Да, из посыпает. Дюн надо брать отсюда сюда, да? А где он возьмет? Офигеть. А его что осенью здесь наносит, вообще все доски скрывают. Дюны там уничтожаются фактически. Здесь все время были дюны. Я помню, я каждый год приезжаю. Это-то я знаю. Кошмар. Надо снимать. А кто вам разрешил? А? Кто дал разрешение? Не понял. Разрешение кто дал, говорю? Какое разрешение? Ну, отсюда песок туда. Ну, а он куда переносится потом? Он потом оттуда опять сюда. У них вагончики все висят. Нет, ну я спрашиваю, кто дал разрешение? Вы же тоже наемный работник? Нет. А кто вы? Как кто? Ну, вы же тоже наемный работник, а что вы? Вам сказали, вы туда переносите.